что физически немощные, и вот для них подвиг пройти пешочком немножко хоть, но очень они хотят, чтобы храм был. Они когда-то ГРЭС строили, многие из них. Собственно, город и образовывался как строительство ГРЭС. Те люди, которые ГРЭС строили, вот они сейчас, вот, у нас 90% наверное, таких людей, которые в храм приходят. Конечно, они хотели бы храм видеть здесь, при земной жизни, посещать. Но у нас действует временный храм. Когда я приехал, когда меня сюда назначил митрополит, тогда еще архиепископ Виктор, значит, храм, здесь часовенка была деревянная, вот, которую вы видели. Она, ну, 2х2, она для общественного служения она маловато совершенно. И поэтому временный храм сделали. Я уж не знаю, заходили вы или нет. И вот в этом временном храме, который мы организовали, буквально год я, наверное, прослужил, там два вагончика строительных стояли, мы из них сделали храм. Он побольше, чем часовня деревянная получился. У нас начали там служить, литургию начали служить. Но видим, что просто не хватает места совершенно. Мы сделали престой. И сейчас там литургия у нас служится, и литургия, венчание, крещение, все таинства проходят. Значит, и вот в процессе служения сейчас видим, что и тесновато, и душно иной раз, потому что потолок низкий. Поэтому, если бы вот все-таки с Божьей помощью удалось нам вот это вот, ну, это и Бог даст, сделаем храм, то он будет наполненный.